В Ярославской областной думе завершилось внеочередное заседание по рассмотрению вопроса о внесении изменений в областной бюджет. Избранный глава региона Дмитрий Миронов внес в региональный парламент на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение доходов бюджета до 60 миллионов рублей. Впрочем, все детали расскажет Павел Волков. Он выходит на связь со студией. Приветствую, Павел. Знаю, что депутаты поддержали законопроект. На что пойдут деньги? Да, Светлана, сентябрьские изменения в бюджете самые масштабные. За счет налогов и поступлений из федерации областная казна увеличится на 2,5 миллиарда рублей. Для исполнения майских указов президента большую часть средств, это 1,5 миллиарда, направят на повышение зарплаты бюджетников. По планам она должна быть больше 27 тысяч рублей в среднем. Остальную часть средств направят на финансирование целевых программ. Так, например, больше 200 миллионов добавят на покупку льготных лекарств, еще 100 миллионов – субсидия транспортным организациям. Такая же сумма предусмотрена и для ресурсоснабжающих организаций. Куда же пойдут остальные деньги, я вам расскажу уже в вечернем выпуске программы «День в событиях».